Получил повестку невыездной. В России будут ограничивать выезд мужчин, получивших повестки. Механизм аналогичен мерам, применяемым к должникам, сообщил заместитель председателя Комитета Российской Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Данные заграничных паспортов будут просто передаваться в ФСБ и пограничную службу, говорит Свинцов. Если у человека долги не оплачены, у него просто на границе стоит запрет. Будет такая же конструкция. Специальные сверхпроцедуры совершенно не нужны. Это все уже налажено. И запрет на выезд еще далеко не все. Напомним, ранее российские власти уже ввели ряд ограничений для потенциальных мобилизованных. Этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальные предприятия, брать кредиты, займы. Кстати, повестки начали раздавать еще и электронные, пока в виде тестирования. Также в военкомат могут позвать, отправив бумажную повестку по адресу прописки. Весь фокус в том, что, согласно российскому законодательству, электронная повестка, размещенная на сайте госуслуг, автоматически считается врученной. На фоне этого на сайте появилась функция «удалить аккаунт», хотя и это призывников не спасет. А если я не зашел в личный кабинет? Это ваши проблемы. В смысле? А если у меня интернет нет, я в тайге? А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете. Просто именно ответственность вот хочется за невручение. Я же не обязан заходить каждый день на госуслуги и проверять, есть у меня там или нет. Да, совершенно верно. Совершенно верно, но в том случае, если вы в итоге не зашли туда, через неделю, через две или через полгода, вы, значит, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте. Если россиянину все-таки вручили повестку, и он отправился воевать, в плен солдат может сдаться только в случае тяжелого ранения, решили в Верховном суде РФ. Даже в полном окружении военнослужащий должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Сдавшихся в плен без серьезных ранений теперь будут сажать в тюрьму. Это считается преступлением, если военнослужащий сдался без ранений или контузии. Таким образом, каждый российский военный, как ни крути, имеет выбор, правда небольшой, плен или контузия. Именно так о своих солдатах позаботились российские власти. А что вы думаете об этом? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях на Востоке.